Перед началом ролика. Я потрачу на Геннадия Горина. Я не буду вам давать любовь. Здравствуйте. Первые кадры, которые вы видели, где я вас не любил, я пошел их снимать. Год назад мне было где-то 4 года, но в этом году мне 5 лет. Но я до сих пор вас не люблю, потому что я страшный и некультурный. Снайкс. Страх. Бочин. Страх. Сердце. Страх. 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 На этот раз перед вами очередной видеоролик, где я буду затрагивать не особо обширные и масштабные титары из Бравл Старса. Видос будет максимум 5 лет. Ну, 10 лет. Может быть, чуть больше. Лет. Темы, поднятые здесь, были по вашим многочисленным заявкам в моей группе в Бравл Старс. Вы в обсуждениях скидывали их часто и в ЛС мне строчили о том, чтобы я разобрал эту непонятную дичь. Даже меня, человек, который в основном не боится совершенно никаких титик андроидов, аниматроников, то титары из Бравл Старса меня реально вмлит в тревогу. И это дорогого стоит, потому что у меня воспоминания первые где-то остались примерно с 3 лет. Когда я сосал титик матери, но когда мне стало 4 года, маму уже пила краса. Прям титик. Я больше не сосал. Но я сосал сиськи. Вот вы можете сейчас сказать, бред, навоображал себе. Но вот то, что произошло со мной в этом году, это уже посложнее объяснить. Я был в группе Френдзона вокалист. Страх. Ну это так, просто, к слову. Я лежал у себя в комнате, то есть спал, пытался уснуть, не спал. Пытался просто уснуть, лежал, смотрел порно. У меня была вот так вот открыта форточка немножечко. И, в общем, я слышал, что происходило у меня во дворе, у меня на участке. А у меня вот так вот выходит окно, и там входная дверь, в общем. Вот такая вот небольшая лесенка и входная дверь. И, в общем, я вот так вот лежу и слышу какую-то возню. Вот как будто бы Тара из Айфил Фантастик сосал у меня. Я кое-как смог вот так вот глаза открыть, и ничего нету. Я такой... Но этому я нахожу просто обычное логическое объяснение. Да, это было приятно, да, это было фантастически. Но, скорее всего, я полный аутизм. Еще интересные воспоминания из того же периода. Я сторожил парашу. И, в общем, я вот так вот лежу и слышу какую-то возню. Вот как будто бы кто-то вот так вот... Пробивает. Не вот такой вот звук, как будто бы по дереву, а просто вот по асфальту вот такой вот звук. У меня жопе все забетонировано, вот по бетону, как будто бы кто-то вот так трахает в обуви. И, в общем, слышишь, что кто-то пробьет жопу. Я такой, чё? Я сначала офигел, и тут он как бы начал въезжать в меня, ну почти въехал, и я в этот момент сжал бутылки. Я повернулся и смотрю, это Айоки. И у него был дико старый, весь почти порушенный, ржавый Джексон. Ну это иносказательным образом, ну вы понимаете. У меня достаточно нормальный такой зад, обновленный, то есть хороший, прям спортивный, со спидометром, со всем остальным. Я был в шоке, как он смотрю, он с безумной улыбкой, с диким бешеным взглядом, который он не отводит от меня, разгоняет свою Джексон на огромной скорости. У меня мысль была, в общем, я открыл въезд в рот. Он остановился, и тут он как бы начал трахать меня в рот. А я купил ему от шлем. Смотрю, он хихикает и после этого убивает меня. Ну почти убил. И я ему отсказал, я хочу жить. Он такой, чё? И тут я закинул ему от рот парашу. И он себя расчленил от передозировки. Ну, в общем, вот такой получился видеоролик. Не знаю, понравился он вам или нет. Весел, нет, то... Я начинаю свой рассказ. Начнем, пожалуй, с той темы, которая мне показалась пугающей жуткой из этих двух. Геннадий Горин – жуткое и неестественное существо. Точно, какой-то шизик, вроде бы на фотографиях и на видеозаписях присутствует король поп Майкл Джексон. Но он выглядит, мягко говоря, как полный аутизм. Как будто бы в 2009 году, сразу после смерти Майкла от канала, его мертвое тело в неестественной позе с Элвина Брундуки, выпученными глазами, преступник. Я уверен на 500%, что вы видели видос про испанские письма. Тем более, если вы хоть раз сталкивались с понятием «гачу». Там ситуация примерно такая же. Андроид, который неестественно совершает канал. Но там мы точно понимаем, что это все-таки робот. Но в случае с Геннадием Горин и все гораздо более криповее. Нам неизвестно, что находится под маской. Вдруг там какой-то шизик. Привет. Это я шизик. Как вы понимаете, я еще и гей.
пацан. Я здесь. Заезжайте на кам, так сказать, поразговариваем с вами. Ну, понимаете, о чем я говорю. Трах. Бочин. Трах. Сердце. Трах. 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 И он чу. Сердце. На тюрьме. Просто были готовы до смерти со мной сражаться за то, что я посмел, внимание, посмел свой видеоролик назвать «Я гей». Но такой грусти я не принесу, к сожалению, ребята. Подписывайтесь лучше. Ставьте дизлайк. Пока. Я не стану натуральным. Здравствуйте. Все, я натуральный. Вот вы можете сейчас сказать, так ты спасайся. Ну так я не говорю, что я натуральный. А говорю, что я натуральный гей.